Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Индра, Балаваст, Восточный Туркестан, 5-6 века. Ганчевая штукатурка, минеральные краски, 53/29. На фрагменте настенной живописи, происходящем из одного буддийского сооружения, Балавасти, изображен персонаж в короне, украшенной крупной розеткой по центру. У него длинные волосы, концы которых заплетены в косички. В ушах с длинными мочками серьги. На шее широкая и, судя по рисунку, твердая, литая гривна. На груди ожерелье, над приплечьем браслет. Руки героя сложены в позе Анджали Мудра, поклонение. Его божественную природу определяет нимф над головой и два языка пламени, вырастающие за плечами. Благодаря глазу, нарисованному на правой кисти персонажа, его можно идентифицировать как бога Индру. Скорее всего, перед зрителем фрагмент знаменитой сцены из жизни Будды, которая достаточно часто встречается в искусстве. Речь идет об эпизоде, когда после достижения просветления он стал сомневаться в нужности его учения людям. В этот момент, согласно буддийским преданиям, к нему явились одни из главных богов индуизма – Брахма и Индра, и стали умолять начать проповедовать. Светотеневая моделировка, использованная художником, свидетельствует о сильном эллинистическом влиянии на искусство восточного Туркестана. Ну вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе Индра. Балаваст, Восточный Туркестан, 5-6 века, ганчевая штукатурка, минеральные краски, 53/29. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.